ты убиваешь невиновных. И никаких шуточек? Не похоже на тебя, Старк. Я попытаюсь вырубить его двигатели. Ничего не изменить. Мне люди полезли человечество. За это больно. Я им займусь. Всем разделиться. Мне нужно время. Магия заразила меня твоей кровью, капитан Роджерс. Я стал одним из тех, кого больше всего ненавижу. Если мне суждено умереть вместе с ними, не страшно. Энергия поступает из той штуки у него на спине. Сейчас разберемся. Попробуй вырубить его главный двигатель. Это идея. Так у меня будет преимущество. Дело не в нужде. Дело в надежде. Ну тогда я надеюсь, что я смог сделать мир лучше. Похоже, этот поезд ушел, приятель. Это твой шанс, Кэп! Отключи источник питания! Yeah.
Я за тобой. Черт! Есть идеи? Есть. Скоро буду. Как только накопишь энергии, вмажь по нему. И щит отключится. Я понял. Вы делаете только хуже! Я должен вас остановить! Это еще что? Страж Крии. Кэп, этот камень у него на лбу, не для красоты. Есть проблема покрупней. Да, понял! Тебе не победить! Сэма! Поднимайся! Сюда! Запрыгивай! Камала, берегись! Старовяк, помоги Камале! Вертишки.
Пытайся вас вразумить!
вы так верны капитану, вы умрете вместе! Ты не поняла? Я хотел подчинить Терриген, заменить суперсилы, но я создал иное, не людей. Нет! Это же несправедливо! Хоть дайте нам шанс! Ты хочешь использовать силу во благо, но ты не герой. Ты просто ошибка. Привет. Вы живы? О, тише, тише. Да. Ты справилась. Молодец. Теперь еще научиться не отрубаться. Но и так неплохо. Точно. Неплохо? Это было круто. Спасибо. Эй, не оставите нас на минутку.
Что? Все это время я думал, я поучал тебя и... потерял надежду. Я просто пытаюсь сказать спасибо. Можно вас попросить? Теперь ты до 30 никуда, да? Да. Ладно. И теперь только учеба. И твои... и эти твои походы. Правда? О, Бо! Я так горжусь тобой, Бет. Но мы не скажем Амми, ладно? Ладно. Пойдем. А снеки есть? Конечно. Есть хочется. Недавно избранный верховный ученый, я намерена избавиться от слабых звеньев изнутри. Никаких неожиданностей, никакого беспорядка в умах, только четкие планы и инновации. Имейте в виду, будущее все равно за АИМ. Клонирование, путешествие во времени, наши возможности безграничны. Теперь... за работу.